Sheriff Emmett Lanning. The guy who cared about everything and everyone. Even me. And we really saw eye to eye, but never gave up. Not even after letting down. Rest easy, Emmett. I'll find the man who did this. Это точно. Друзья, всем привет. Добро пожаловать на канал Game Tactics. С вас Лукас, как всегда. Мы продолжаем «Ведьма из Блэр». Всем приятного просмотра. Так, ну шерифа прибили лопатой, походу. Лопату мы взяли. И мы идем по следу. Походу. Я надеюсь. Какие-то фотографии непонятные. Даже не знаю, что с ними делать. Так, Бул, давай ищи. Что это было? Что за развалина? Еще одно. Ну, допустим. Это что такое? Обвинение первое. Нарушение статьи 52 сборника общих законов штата Северная Каролина. Публичное проявление неуважения к государственной символике, вооруженным силам и солдатам-патриотам, с которыми он имел честь служить. Он это кто, интересно? Так, все. Идем дальше. Что там, пес? Говори. Ух ты, ё-моё. Только не говорите мне, что это болото. Wait, what? Where'd all the water go? Is this really the right way back? Either I'm going crazy or... Да тут непонятно. С ума мы сходим или хрен его просышь. Но выглядит все довольно-таки стрёмно. Это что такое? Каска, что ли? Ух ты ж, блин! Какого хрена? Ё-моё! Тихо, тихо, тихо! Я понял, никакой свет. Что за фигня? Ёлки-палки. Да в смысле? Да беги ты уже давай, блин. Куда бежать, непонятно. Я заблудился. Я в шоке. Ого. Иду, иду. Shit, no, not now. В смысле? Как это не работает? Ты хуйня решил, мне нужно камеру использовать. Лаво. Так, а здесь все завалило, походу. Ну, пошли. Огроменное дерево. Тихо, тихо. Не надо только здесь обваливаться. Какая-то пещера. Начинается, блин. Вот не надо сейчас, пожалуйста. В смысле? Где я? А ну, до свидания.
Да что ж такое? Не надо это делать сейчас. Не надо эти голоса мне тут устраивать. Ну, ночное видео что, не работает? Вообще нифига не видно. Жесть. Тихо, тихо, тихо. Ух ты ж, блин. Только не разбей фонарик, пожалуйста. Так, пора сюда вылазить. Здесь становится тесно. Да что ж это такое, а? Лукас. Начинается. Кто там еще орет? Так, ну я думаю, что мы пролезем. Да какого хрена? Даже не буду смотреть, что там сзади. Болт, ты где? Куда сюда? Что это такое, падла? Ну, сейчас как придем. Опа. Каким образом? Бол. Мне хреново. В смысле, я думался. Так, подожди. Телефон. Не сигнала, история, настройки игры. Какие игры? У вас одно новое голосовое сообщение. Ну? А как его прослушать? Хрен простышь. Блин, где моя собака? Где моя собака? Ну, конечно. Конечно, черепа. Тихо, тихо, тихо. Тихо, не теряйся. Off the record, Ellis. What the hell happened? You responded to a robbery call. When you got there, you saw them leaving the store. You took out your gun. You told them to stop. The kid reached for something. Was it a weapon? No. And then what? No, you know what happened. This is on me. Adam Shannon, Peter's brother. I don't know what I was thinking. I was the last person he'd want to see. For all I knew, I could have crippled him for life. And yet, I felt there was something I had to do. Had to.
О, псинка явилась. How did we end up back here? Офигеть. Так, собака. Иди ко мне. Yeah, good dog. Так, ну что, Булл, давай ищи. Look around, boy. Что сидеть-то? Опа. Страх забытых чудовищ. Теодор Маккинон. Мой отец был лесорубом. В детстве он часто брал меня на лесопилку и рассказывал сказки о живших там чудовищах и ведьмах. Я вернулся туда 40 лет спустя. Все остальное так, как в моих воспоминаниях, кроме разве что гнетущей пустоты. Больше некому было рассказывать сказки о страшных чудищах. Не осталось ни одной живой души, что могла бы передать легенды дальше. Деревообрабатывающая компания закрылась, а старую лесопилку бросили гнить. Но я не мог допустить, чтобы ее вот так забыли. Сначала я хочу, чтобы она открыла мне свои секреты. Я хочу узнать, что заставило отца покончить с жизнью. Вот такие дела. Опять эта статуэтка. Ну... Кассета. Easy boy, no need to be scared. It's him. He buried something nearby. Let's find it, buddy. Да еще и завалил. Ага, я понял. Это нам пригодится. Так. Фонарь. Да подожди, сейчас уберу. Угу, понятно. Прикольно. Ну вот она висит, тварь. Иди сюда. It's okay, buddy. It's all gone. See? Мариус. Так, хорошо. Где же этот камень? Тут ни хрена. Так, ну здесь мы вроде все посмотрели. Да. А куда идти вообще непонятно. Бол, куда идти? Попробуем сюда. Ага. Походу это он. А что здесь за символы какие-то? Так. Мне кажется, это этот камень. Давай попробуем посмотреть. Оп. Подожди. А здесь было у нас лопата. Не, лопата не появляется. Ничего мне это дает. Ого, ты роешь, нифига себе. Чего тут у нас? Happy East Creek Timber Company. Wait, I've seen this logo before. That's where Landing was going. It's worth a shot. Maybe we'll finally get some answers. Ну хорошо, я не против показать Буллету. Heel! Take a good long whiff, Bullet. It's important. Attaboy. Ну, давай. Боже, темно. Это что, свечка, что ли? A dog tag. Where did...
No, no, that's impossible. Yeah, yeah. Let's move on. Да-да, идем дальше. Ты не сдавай такие звуки, Бул. Так, песочек. Elijah 5, do you copy? В смысле? Elijah 5, this is Monarch. Do you copy? What? Who is this? Чё там был? Ещё жетон. Another one? Блин, да здесь какое-то поле битвы. Что там был? Куда мы идем? Тут, наверное, была дорога. Да ты посмотри, а. Бред какой-то. Ну и что тут был? Вниз? Ух, здесь листва, нифига себе. Так, там вижу какой-то огонь, по-моему. Что такое? Что такое, болтик? Где-то эта херня висит, походу. Где она висит, не могу понять. А, вот даже так бывает. Ух ты ж, елки-палки. Какого хрена? Чё это такое, блин? Охренеть. И как мы теперь? Воу-воу-воу-воу. Ты же не прыгаешь, блин. Как мне тебя обойти-то? Что за мясорубка? Я так понял, по песку ты не бегаешь, да? Так, Булат, иди. Булат, тебе, по-моему, по барабану, да? Что здесь лазит? Еще какая-то хрень. Ну, свалили нафиг. Далеко ли я так зайду? Так, где моя собака? Офигеть. Вот это я зашел. Так, ну сюда, наверное, по-любому. Они с какой-то периодичностью, походу, двигаются. Или они чувствуют, где я? До свидания.
Так, мне нужно туда прибежать. Быстро. Быстро. Тихо, тихо, тихо. Я тебя вижу. Бегом, 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 бегом. Так, со мной это все дальней и дальней. Да пошли вы в задницу. Побежали. Тихо, по мне не стреляйте, ёлки-палки. Пошла в задницу. В смысле? Свали ты от меня, тварь. Да ну вас в баню. Жесть со всех сторон, блин. Куда теперь идти? Да сколько вас здесь? Я в шоке. Пошли в сраку. Фуф. Короче, я при смерти. Блин, где я? Это трэш. Дайте мне ствол. Что делать-то, а? Ага, понятно. Да-да-да, надо успокоиться. No. You're not... No. Охренеть. Да где ты там? Jesus. Блин, куда идти вообще непонятно. Простачку дойти. Так, подожди, собаку слышал. Вот это психодел. Бул, где ты шляешься, а? Ты
would have been different if you... All this would never... I would never... Держите цель, пустить буллета. Окей. Окей. Ты не гавкай так мне в нос. I'm okay. Yeah. I'm okay. Конечно. Good boy. И уже потемнело, да? Так, ну и сохранение у нас. Давайте здесь и тормознемся. Пережили мы с вами какой-то психодел по поводу войны. Это какие-то переживания, походу. Сплелось все. Ну, все ближе и ближе к разгадке. Дабл. Тихо, тихо, тихо. Не кошмарься. Давай, наверное, погладим. Good dog. Да. Здесь мы, наверное, и тормознемся. Пока мы не упали на колени. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. И до новых встреч, друзья. Я думаю, скоро увидимся. Будьте здоровы, пока-пока.